Еще когда раньше телефоны вот такие были. Thank you.
очень скромно стал, сука, как. Ты тоже еще не видел. Все, да пошли уже. Пошли. Thank you.
такое есть, по-моему.
груз. Японии, кстати, много растворимых напитков до сих пор. Ну, такого типа. А у нас почему-то их забраковали, хотя продукты как они продаются. Вот типа вот. Не камень купить. Японская щель. Японская щель. А вон спичный коробок с яйцами. Я тоже впервые мечта. А вот это китайская, видимо. Китайская тушенка. Вон, вон. Великая стена. Great Wall. Такое не видел. Тоже, да, не встречал. Кетчуп привозили. Тушенка. Кофе было. Тушенка, интересно, каких годов? Сан-Франциско. Конца 70-х или раньше?
Нет, мне кажется, это не точно не раньше. Может быть, новее даже. 80, может быть. Вот табак в такой фасовке. Который в кино был. Я хотел их забрать, так съездить. Я их видел в рисунках, но только не понял, что это такое. Это гирлянда, типа лампа гирлянда. Не гирлянда, но просто лампа. Не гирлянда. Thank you.
сильно вставлял столик и сидел. Слушай, если тут нет. О, это уже есть. Скользоморск. Хотя деревня что? Покажи еще раз, где, что за место. На Копте он уже есть. Я думаю, там были поля, вот это пальцем показано. А, это вот такая дыра. А и эта сортировка уже есть? Да, она... Она была построена, когда Кузнецова была построена. В моем районе ничего нету. Да еще давай застройка, тут ничего. Странно. А трамвай, по-моему, почтовый нету. А вроде он там ходил какой-то, какие-то годы. Может, у него не на этом присутствует. А, трамвай по улице Радио тоже, оказывается, не было. Я думал, так всегда существовал. А вот это интересно, вот линия по этой набережной нарисована, это так и была, что ли, это или это ошибка? Про это я никогда не слышал. Интересно. Что, где трамвайное кольцо было? Оно было перед станцией прямо. То есть не там, где сейчас площадь. Хотя нету. Хотя нет, тут все не в масштабе там обуви. Ходынка. Это значит аэропорт, получается, да? Кольцо на аэропорту было? Ну да, да. Это аэродром. Пассажирский в то время как раз. Линия автобуса, по-моему, линия трамвая. Конечно. 11-я линия автобуса. Кузьминки. 11-я. Че, мужики просто без? На котлах уже будет. Да. Да, причем вот какое-то время. Вроде было кольцо тут и тут. Там еще там автомобильная развязка. А, это нижняя. Да, это нижняя, тут было кольцо верхней, когда я какой-то одной карте видел, не помню какого года. Ну, 33-й год, то есть уже очень скоро линию продолжили сюда для подвоза этих работников ЗИЛа. А сам ЗИЛ еще нарисовать не успели, он уже тут был. Еще а это тут. Когда убрали вот эту ветку? Да, ну и туннель уже есть. Туннель в первый раз вижу. А вот эта ветка реально была тоже? Да? Она была, ее убрали довольно поздно, где-то в 53-м году. Все же после открытия университета. Mm-hmm. Даже в одном здании висит картина маслом. Как там трамвай изображен на площади перед зданием. Где она? Ну, где-то в главном здании, на каком-то этаже, я все фотографирую. Вот, а вот, потом линия еще долгое время шла вот так вот. И это все тут проходило в арку в доме. И там с этой аркой до сих пор такие крючки на контактной сети висят. Я их позавчера видел. Круто.
А, вот тут вот, интересно, тут какой-то крюк совсем непонятный. Хотя, может, так и было. Территория. 15 апреля. Сдана. Недавно. А, чё? А, просто куча длинных значков они не влезли. Угу. А, и вот... А, ну Ленинобрежская была. Понятно. Деревня. Угу. Улица Курская канава. Что-то я такой не видел. Дроновка. Какой крутой, и такой хочу. Только без вот этого, не клеточка просто. Не помню, главное, цвет, что ли. Первый раз вижу. Где приемник должен быть?
Может, импортный. Вот это плеер, такое видео. Вот у кого-то из друзей было. В питерском музее радиосвязи видит, прям такой же, но фиолетовый. Вот это круто. Вот это ты не видел. Много всего теперь. Наверное, уже 80-90-е, да? Ну, да кто его знает. Может быть 80-е. Вот это да, вот это смысл. Как интересно, маленькая. Вот это. А, это под капот кассет, который стоит с торцом. Интересно. Так, бог вроде. Все, думаю, не купите себе примерно такую штуку. Вот это прикол. Инстаматик. Кодек инстаматик. Ты какую пленку? Стандартную? Не знаю. Или это была какая-то... Нет, по размерам это стандартная. Или это какая-то мгновенная система? Непонятно. Инста, это же, по идее, мгновенная что-то. Не знаю, там много было мгновенных систем. Остался только Polaroid. Такого тоже не было. Даже не знал. Когда в Советском Союзе хотели делать фотоаппараты мгновенной системы. Да, ну полностью своей системы. Могли бы просто закупить их. Ну, понял, что фотоаппарат сделать можно, а вот фотоматериалы производить дефицит. Зоркий с телеобъективом. Прикольно. А, Зенит. Не, мне Зенит не нравится. Они какие-то ненадежные, тяжелые. Нет, зоркий больше не нравится. Ненадежные. Киев огромный, но у него фотографии в два раза больше получается. Киев разный тоже. Зенит был только у брата. У меня смена была и все. И Фед еще у кого-то видел. Что за Polaroid?
такой большой. Вот это вот, что это вообще? Четыре причем линзы. Не знаю. Что там может? Я про такое никогда не видел. Причем со вспышкой получается. То есть, в принципе, вспышка хорошая. Портретная портрет. Съемка типа. А может быть это чтобы девчонки на документы? На паспорт, наверное. Да, чтоб. Точно. Это просто в студии у него стоит такая штука. Ну да, чтобы фотография не множить, он сразу 4 делает. Да, да. Вон, смотри. Мазда. Это лампа. 16. Неважно, на чем вы приедете, сколько лошадей под капотом и с какой стороны бензобак. Любое АЗС «Газпромнефть» вас ждет качественное топливо с двойной выгодой. До 30 апреля дарим двойные бонусы за любую заправку бензином. Организаторы и дополнительные центры. Срок акции 6 апреля. Уже не продаются обычно, клей. Тупик. Что за марка такая, нарушил часов нейроком. Киберпанк, который мы заслужили.
50 минут пишу, за 50 только половину экземпляров. Пойду на улицу снимать. Давай. Тёма, иди сюда, смотри. Смотри, сколько мобильных телефонов у нас в детстве, так и милости, так и телефоны. Какие, если ты сам? Один.